Основное значение восьмерки червей в игральных картах при гадании с колодой в 36 карт. Что наиболее характерно для восьмерки червей, это внезапный поворот событий, беседа или анализ чего-то. Прямое положение восьмерки червей. Прямое положение восьмерки червей связано с приятным путешествием, которое отразится на эмоциональном состоянии гадающего. Описывая человека, на которого гадают, карта говорит, что он дружелюбен, привлекателен, всегда готов идти на контакт. Позитивное толкование восьмерки червей связано с расположением Луны и ее циклами, которые бывают как благоприятными, так и нет. Негативного значения она обретает, когда стоит в паре с плохими картами. К примеру, с бубновым тузом человек склонен на необдуманные поступки, что совсем ему не свойственно. С пиковой 7 ожидается встреча и новое знакомство. С червовой 7 получите сообщение, которое вас сильно обрадует. С червовым валетом будете мило беседовать с приятным человеком. С червовой 9 будете встречаться с кем-то из дальних родственников. С бубновой 10 на вас свалится большое наследство. Особенно, если карта близко ляжет к карте, обозначающей гадающего. С трефовой крести 6 поездка с партнером. Перевернутое положение червовой восьмерки. Перевернутое положение червовой восьмерки связано с неблагоприятными переменами. Печалью или отсутствием каких-либо изменений. Иногда эту карту связывают с тем, что фортуна отворачивается от гадающего. Но такой период длится не очень долго и скоро все изменится к лучшему. Находясь рядом с бубновой девяткой, дает совет забыть о чрезмерной уверенности в самом себе и вспомнить о Господе Боге. Ведь не всегда человек может справиться с проблемами без его помощи. Рядом с дамой треф крестовый предостерегает о порче или дурном глазе. Рядом с пиковой 9 указывает на нехорошее известие. Две восьмерки – знак, что перестаньте сомневаться, действуйте и вы достигнете своей цели. Три восьмерки – ожидание скорых хлопот, позаботьтесь, чтобы у вас были деньги на этот период, больше работайте. Четыре восьмерки – это неразбериха в жизни, хаос. Восьмерка червей – расклад любовь и взаимоотношения, сочетание карт. Прямое значение карты – прямое положение восьмерки червей, символ встреч, разговоров, приятных эмоций. Если гадают на женщину, то она будет окружена вниманием светловолосого человека, если на мужчину, то наоборот, светловолосой девушки. Карта говорит о приятных моментах, которые скоро могут произойти. Например, о признании в любви. Но это признание сделает совсем неожиданный человек. Если вопрос связан с какой-то проблемой, то карта укажет на человека, который может решить проблему и поддержит в тяжелой ситуации. Именно это событие подарит вам душевное спокойствие. Отношения в паре перейдут на следующий этап. Если 8 червей рядом с червовым валетом, человеку, на которого гадают, предстоит серьезный разговор. С трефовой крестовой семеркой кто-то готовит вам подарок или будет прибавление в семье. С червовой шестеркой в отношениях присутствует гармония. Если червовая 8 легла между червовой 9 и червовой 7, вы встретите свою вторую половинку и все у вас будет ладно и складно, просто отлично. С 10 червей – свидание с романтическим уклоном. Обратное значение карты – перевернутое положение червовой восьмерки показывает равнодушное, непостоянное отношение любимого человека. В вашем окружении есть люди, которые всеми способами пытаются повлиять на ваше эмоциональное состояние не в лучшую сторону. Они дают неправильные советы, которые подвигают вас двигаться в неверном направлении. Если 8 червей рядом с королем, треф крести, ваш партнер не однолюб. С 9 червей, чрезмерная навязчивость партнера вас пугает. С валетом пик, человеку не хватает внимания. 8 червей, расклад на карьеру, сочетание карт. Прямое значение карты – прямое положение восьмерки червей указывает на профессию, связанную с общественной деятельностью. К примеру, управление, преподавание. В коллективе эта карта указывает на уважение сотрудников, руководителя. Иногда эта карта связана с неожиданным визитом, но каким он будет предугадать тяжело. Когда восьмерка червей идет рядом с бубновой 10, стоит ожидать материальной прибыли. С пиковой 10 в вашей карьере случится нечто, что круто изменит ваше будущее. С трефовой крестовой 10 все, что вы ранее задумывали, будет успешным. Обратное значение карты – перевернутое положение восьмерки червей связано с неприятностями, недовольством положенных на вас обязанностей. В коллективе кто-то пытается вас обмануть и подвести.
Рядом с Бубновой 6 разговор, который состоится в недалеком будущем, будет бесполезным. С Трифовым, Крестовым, Валетом все проблемы разрешатся. С Червовым, Тузом стоит ожидать финансовых потерь. Толкование других игральных карт при гадании. 6 пики, треф, кристи, червей, бубен. 7 пики, треф, кристи, червей, бубен. 8 пики, треф, кристи, червей, бубен. 9 пики, треф, кристи, червей, бубен. 10 пики, треф, кристи, червей, бубен. Валет пики, треф, кристи, червей, бубен. Дама пики, треф, кристи, червей, бубен. Король пики, треф, кристи, червей, бубен. Туз пики, треф, кристи, червей, бубен.